здесь специально полочка на полочку выставляют все эти бутылочки. То есть вот бутылочки с водой. Вот, и как бы вот они, вот у меня бутылки с водой стоят. И это всегда так происходит. То есть, кто приходит, смеются, что у тебя бутылки с водой. А вдруг воду отключат? Ну, а правда, вдруг отключат. Вот сейчас вот успела, вот набрала. Вот. Варвара к отключению воды оказалась готова. Этого в доме происходит частенько. Но в этот раз водоканал как никогда заботлив, признается женщина. Еще вчера на дверь подъезда повесили объявление о ремонтных работах, а во дворе стоит бойлер с водой. Воду берут? Нет. Нет, с работы люди не пришли. А это 142-й дом по улице Фрунзе. Он также остался без воды. Однако водоканал заботится о жителях данного дома. Не спешит, как видите, машина с водой в этот двор так и не приехала. Ну, водоканал это вообще это сказка с песней. Всего в Старой Самаре без воды остались около 30 жилых домов. Ее отключили еще в 9 утра. Причина – замена задвижек, уже отслуживших свое. Сейчас ведутся работы. Воду в дома коммунальщики обещали дать в среду вечером.